Все, до свидания, тетя Зина, до свидания. Дай вам счастья всего, ага, все, до свидания. Ребята, только что вчера я сидел за своим компьютером, был снег. А сейчас, как вы видите, его нету. Я просто в афиге. Наконец-то снег растаял. И всем привет-ка еще раз. Так, вот. Значит, мой пирожочек. Вот он у меня тут стоит такой. Замечательный, конечно, грязный. Я его потом помою, когда деньги будут. Так, все, включаем свет. О, красавчик с первого раза завелся. Так, думаю, прогревать его не надо, так что он и так теплый. Только печку сейчас надо включить, а то я просто замерз. Хоть и снег растаял, но все равно холодно, ребята. Сейчас только 0 градусов, капец, ребят. Так, вот в чем суть сегодняшнего ролика. Я сегодня, как вы уже по превью, поэтому вы узнали, что я буду обкатывать свой пирожочек, да. А то что-то я его купил, даже еще ни разу не обкатал. Сегодня я буду кататься на нем. Отвозить разные грузы, поеду, наверное, в другой город. Да. Вот я уже нашел объявление, надо ехать. Ой. По-моему, я еду туда. Не на ту метку, а в другое место. Ой, как я сейчас нарушаю, это просто жесть какая-то. Так. Все. Становимся, нам надо будет. Рядом с вокзалом есть у нас рынок, вы уже, наверное, знаете. Так, ну и вот, значит, там есть такие продукты, которые надо отвезти на рынок в Лаптары, короче, да. И это мне обойдется в 7000 рублей. Думаю, довольно хорошо, но я еще когда буду ехать с Лаптар, то я какой-нибудь грузик-то все равно возьму. Так, ну, в принципе, едем без поворотника, потому что никто меня за это ругать не будет, так что все, поехали. Так. Блин, ребята, у меня поворотник включен, господи. Блин, не успели, как всегда. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Фух, капец. Блин, я так криво встал, это просто жесть. Да, я знаю. Так. Ты мне тут стоишь, а мне не нравится. Так. Сейчас надо как-нибудь так вот перестроиться. Главное, я нарушу, если на пешеходный переход встану. Штраф у нас, я скажу, довольно дорогие. Опа. Все, погнали. Мяу. Блин, зачем я тут сюда поехал-то? Просто я сегодня не проснулся, как всегда. Встал сегодня в 6 утра. Сегодня 7, сейчас 7:43. Я уже 300 раз сказал до свидания этой тете Зине, потому что я ей отдал деньги за коммунальную. Она, так, когда я отдаю деньги, то она постоянно со мной, как будто я миленький котеночек. А когда не отдает, то... Да, то просто ничего. Так. Блин, я уже вообще что-то запутался. Так. Такс. Я уже даже забыл, где вокзал находится. Блин. Ребят, я рил забыл, где он находится. Просто давно Мотор Депот не играл. Так. Мэм. Да. Ну, я, конечно, и даю. Ой, с четвертой зачем я трогаюсь, я чё? Так, сейчас я найду вокзал и включу запись. Ура, я нашел его, вот он. Ёкалорыный бабай, ты тут что-то медленно тормозишь прям так. Тормоз, так, да ё. Можно, ты что, 40 едешь, а можно ехать 60, так. Ладно, вот этот рынок находится. Как хорошо, что я его нашел. Так. Сказали, что мне надо приехать ко второй вот этой вот палаточке. Да, вот. Меня загрузят сейчас с помидорами. Так, все. Глушиться я не буду. Сейчас по-быстренькому пирожочек мой загрузим, и я уже включу запись. Так, вот так вот сейчас закроем. Все, отлично. Мне надо будет отвезти в Лаптары, я уже сказал. Так, все, выезжаем сейчас аккуратненько.
Оп. Так, тут мы вроде можем выкрутиться. Так, нет, не можем. Как всегда. Так, все, погнали. Вторая. И едем в лаптары нафиг. Так. Я не буду снимать, как я буду ехать обратно. Я затяну этот ролик, блин, на две части. Так. Это опять ты, что ли? Нет, вроде другой. Так, сейчас будет красный. Я знаю, как вы резко тормозите. Я вас, бота, знаю очень даже давно. Так. Да ёкараный ты. Все, доезжаем. Сейчас немножко еще так. Все. Отлично. Во. Ну, можно ехать немножко же побыстрее. Ну, так вот. Чокнутый, наверное. Ну, он пьяный, наверное. Ой, что-то дворники даже не работали. Так, все, надеюсь, дорога будет довольно хорошая. Наверное, продолжение засниму завтра, потому что сегодня я уже скоро буду ложиться спать, потому что время наше уже 21:37. Пипец. Так, давайте мы сейчас без поворотников так обгоним. Хотя давайте лучше так включим. Так, все. Ой, как я пирожка раскочегарил вообще. Так, ну ладно, переключимся на третью. Ой, что ты так газуешь? Я ему сейчас мотор нафиг пробью. Так. Ну тут можно, я буду ехать 80, и мне по кайфу. Так. Да куда ты прешь? Ну ты... Таксисты вообще чокнутые. Так. Не, есть хорошие, я имею в виду вот таксисты, вот, ну вот этих вот... Я даже не знаю, какие тут таксисты, но это точно очень плохой. Так. А то вдруг мне кто-то смотрит, те, кто работают в такси. Таксистов я уважаю, хорошие люди. Да. Блин, я пипец как его раскочегарил. Ну ладно, давайте. Надеюсь, меня никто не оштрафует, потому что тут камер вроде нету. По крайней мере, я не наблюдаю, ёкараный. Бабай. Так. Все, погнали. Не знаю, зачем я на второй переключился. Так, главное, чтобы помидоры тут не разбились, а то я знаю, они очень хрупкие. Так, пока нет встречки, отлично. Так, все. Сотку прём. Давайте пока 100 будем ехать, потом всех обгонять будем. И все будет хорошо. Так. О, какой вообще... Кстати, вот этот бампер оранжевый, это он специально его покрасил. Он раньше был блестящий, а сейчас он такой красивенький оранжевый под цвет москвича. Очень, я думаю, хорошо смотрится. Да. Так, все, обгоняем. Так, все. Вас даже груженый пирожок обгоняет, а вы это просто обычные легковушки. Да. Так, сколько? 8 минут, а мы еще только 2 километра отъехали. Так, ну, я думаю, что это затянется надолго. Так. Хотя нет, встречки очень хорошо нету. Опа. Все. Воу. Надеюсь, это тут камеры нету, то просто я очень волнуюсь. Так, сколько тут можно ехать? 70. А я еду 100. Ну, в принципе, если рассудить чисто теоретически, то я могу ехать 85 километров в час. Где-то примерно 85, но я буду ехать 90. Может, даже 100. Так. Так. Пирожок с пятой, мне кажется, не тянет. Лучше, мне кажется, на четвертую переключиться. Во! Так уже намного лучше. Блин, вот это красная пятерка или семерка, я их сильно не различаю. Я знаю, что они решетками радиатора отличаются, и все. Так, все, погнали теперь на пятую. Хорошо. Давайте, ребят, сотку будем переть. О, 9 минут уже ролик. Так, все. Опа. Кстати, я в машине были часы, я их снял, потому что они мне мешали. Очень так. Опа. Блин, капец, я его раскочегарил. 120 еду. Ну, сейчас мотор закипит, и все будет капец. Трындец. Так, все. Как бы мне сейчас
И обогнать эту колонну. Так, никого нет. Быстро, быстро, быстро. Ой, кто-то нашел. Так, все, 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 все. Давай, 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 пирожок, тяни. Фух, так. Эй. Что, заглох, что ли? Не, пирожок. Если даже заглохнет, то он заведется. У моего дедушки был такой пирожок. Вообще очень хорошая машина. Так, все, вот такой. Ой, какая милая мордочка вообще. Миляха. Так. Все. 127. Господи. Так, ладно. Я думаю, для пирожка это очень много, но я не жалею машины. Хотя не, вроде жалею немножко, а вроде и нет. Так, ну ладно, это совершенно другая история, о которой сейчас не надо говорить. Так, все. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блин, что я навстречку вылез? Блин, может, я с газа уберу? Так, все. 90 мы едем, и им все достаточно. Так. Ой, сейчас с горки полетим. Так, все. Так, все, все, все. Ой-ой-ой, А это не ты случайно, который на перекрестке меня в городе? Эй! Ты! Не, у него вроде другие номера, так что не буду приставать к обычному человеку, гражданину. Так, все. Так, осталось нам где-то примерно 6 километров ехать. Это вообще очень мало. Кстати, время уже 11 минут. Мы едем, в принципе, неплохо. Так. А тут у нас по времени 14:00. Чего? Мы что, так долго едем, что ли? А, это у меня просто часы просто старые. Вообще капец какие. Они у меня 68-го года, мне их просто дед подарил на память. Но он сейчас у меня живет в Корнуково, так что очень, мне кажется, не очень далеко. Мы его, может, в следующей серии навестим. Так, в следующих сериях. Так, все, пока меня вся техника моя устраивает, ничего я продавать не хочу. Может быть, там где-то через годочек... Может, через 2, может, даже через 3. Ну, короче, я не знаю, но я, может, все продам и куплю какую-нибудь хорошую грузовую машину. Но это не точно, я вам хочу сказать. Прям не очень не точно. Очень не точно. Ой, хотя вроде ничего не повредил. Все, погнали, ребята. Не будем обращать на это внимание. Это не заслуживает такого сильного внимания, так что продолжаем ехать дальше. Ой. Так, сзади у нас еще один пирожок плетется, но... Да. Так, надеюсь, встречки нету, пожалуйста. Хоть бы ее не было, хоть бы и не было. Все, отлично. Так. Так, вот сейчас, мне кажется, сейчас никого не надо обгонять. Да, обгоню. Зачем? Они будут медленно, а я буду быстро. Так, все. Ой, сейчас там будет трасса. Я всем покажу. Сейчас навяжу. Ой, на виду кипиш. Так, как там эти современные говорят, на виду кипиш. Так. Хотя вроде в 98-м таких слов не было, но будем считать, что это современный мир. Так. Все, погнали. Ох, сейчас мы... Раскочегарим его прям вообще капец. Давай, давай, давай. Вот 120-очку. Хорошо, давай. Спустя 10 минут. Капец. Да. Мотор у меня, короче, закипел, потому что я его сильно перегрел. Так, где-то у меня там в кузовке так мешают эти помидоры. Так, давай вот там. Все, достал наконец-то. Так, сейчас надо... А, да, он просто перегрелся, так. Ой, фу, как столько много дыма, капец. Так, давайте сюда сейчас воды зальем. Буль-буль-буль-буль-буль. Так, все. Вроде перестал дымить. Так, ладно. И, к сожалению, даже никто не остановился помочь, но вот такие вот у нас люди, так. Ну, может, заняты. Опа.
Все, погнали дальше. Сильно я так его не буду разгонять, а то он что-то слишком сильно трясется, когда я его сильно разгоняю. Так, все. Ой-ой. О, таксист. Походу, это ты, который на перекрестке вылетел прям так вообще капец. О, видео уже 15 минут длится, а я что-то и не заметил. Так. Ну все, вроде-таки пирожок не дымится, и хорошо. Так, все. Сейчас мы доедем до рынка, и мы его там где-нибудь пристроим. Я немножко отдохну, а то уже целых 3 часа еду. Капец, устал. Поэтому просто показывайте, что там 15 минут, это просто, да. На самом деле, по игре я еду 3 часа. Так. Все, сотка. Давайте пока 100 будем ехать, а то что-то не хочу, чтобы он второй раз закипел, задымился, перегрелся. Сколько же пирожков много. Только почему-то они одни бежевые. Даже оранжевого ни одного нету. Эх, так, ну, почти мы уже осталось там по трассе где-то 2 километра ехать. Это вообще мало, очень. Так, пока я никакую машину не собираюсь покупать, потому что денег у меня осталось всего 5 тысяч, а через неделю мне надо будет платить за воду, за газ, за, по-моему, горячую воду, за свет. И так далее. Так, все. Давайте так сейчас перестроимся. А что его так трясет-то, пирожок, я не понял. Потому что почему-то я его до 100 км в час раскочегарил, но это совершенно другая история. Так, вот мы уже почти подъезжаем. Вот тут легендарный отель. Там все очень дорого. Если честно, то я там один раз когда-то отдыхал, когда ездил в Краснодар, по-моему, да. На автобусе, на Икарусе. И там все очень дорого. Стоило почти 10 тысяч рублей надо отдать, чтобы там отдохнуть. Это просто жесть какой-то. Так. Все, сейчас мы так перестраиваемся. Так, ну я, если честно, водила прям от бога. Так. 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 Никто не поворачивает? Нет, никто. Хотя поворачивает. Все. Блин, чё ж вы так поздно-то поворачиваете? Я не пойму. Так. Все, едем дальше. Так, если честно, то я тут был очень много раз, я сюда часто езжу, груз отвожу. Так. Вот, лаптар, отлично. Это так мило, так. Все. Хорошечно. Так, а это нормально, что я 90 еду по городу, хотя вон он там, вот этот рынок. Я тут, конечно, еще ни разу ничего не покупал, но что-нибудь себе куплю. Я вот хочу себе купить плеер какой-нибудь и песни послушать. Так. Это где-то рублей 500 будет стоить. Так, все. Наконец-то, ребята, я доехал. Я доехал. Так, где эта лавка? А, во. Давай сейчас прям задом припаркуемся, чтобы им вообще был бизнес-класс. Так, все. Арбузы продают. Это их, конечно, дело. Так, надеюсь, я нормально припарковался, ёпарный. Все. Ой, все, давайте разгружайте. Да. Все, меня разгрузили, отлично. Деньги мне заплатили. Так, все, где бы мне встать? Так, ну, наверное. Если рассудить чисто теоретически, то если я поставлю, хотя нет, тут не очень ставить, опа. Если рассудить чисто теоретически, то если я поставлю вот здесь,
свой пирожок. Сюда в эти ворота все равно никто не будет ходить, то... Ой, пирожок все отдыхает, то я могу тут поставить свой рабочий агрегат. Так, все, отлично. Фух, надеюсь, вам понравился этот ролик. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был я, Руслан Сталкер. Всем удачи и всем пока-пока.